Точно нет. А где есть? Может быть, где-нибудь в других вселенных. А как попасть в другие вселенные? А для этого нужно поститься в выкадыше. Знаете, а я вот раньше намного чаще постилась. Ну, это как? Очень просто.
просто. Утром позавтракала и пощусь до обеда. В обед из поста вышла. Победа. И сразу новый пост. Сразу. До ужина. Ну а после ужина уже самый длительный. 12-часовой. До самого утра. Итак, минимум 3 поста в день. О, серьезно, Саша. Это ж 90 постов в месяц! Ого! Минимум. Минимум 90. Серьезная садова, серьезная. Слушайте, а я вот раньше думал, что в выкадыше нельзя есть зернобобовые. Да. Знаете, что оказывается, нельзя есть не просто зернобобовые, и даже просто бобовые нельзя, просто бобовые. И зерновые тоже. Зерновые тоже? Вообще, преданность, я вам честно скажу, я вот... Ни разу в жизни не видел вот эти зернобобовые. Все вот говорят, зернобобовые. А я их и не видел. Вот зерновые я видел, бобовые видел. А зернобобовые вообще не видывал. А я и говорю, всегда так легко постился на эти невидимые зернобобовые. Ё-моё! Преданные, хватит уже разговаривать о еде. Давайте лучше почитаем Бхагавад-гиту. О, давайте. А то у вас только одна еда на уме. Точно. Итак, Бхагавад-гита, глава 4, текст 7. Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, я сам не схожу в этот мир, у потомок Бхараты. Санскрит. Яда, яда, хитхармасья. Повторяйте. Я-да-я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 -
Подождите-ка, подождите, давайте-ка еще разок. Так, внимательно слушайте, внимательно. Еда, еда, гидхармасья. Повторяйте. Еда, еда, гидхармасья! Какая еще еда? Какой еще гидхармасья? Емарадж Прабу, помилуйте. Давайте уже про что-нибудь, про другое, а не про еду. Хорошо. Другое так, другое. Что вы хотите почитать? Давайте про Игры Кришны. Да, да, Игры Кришны. Хорошо. Почитаем 10-ю песню Шримад Бхагаватам. А что конкретно хотите почитать? Это же не важно. В любом месте открывайте спонтанно. И читайте. Хорошо. Спонтанно, так спонтанно. Итак. Глава называется «Поклонение холму Говардхана». Точно. Кришна сказал, давайте же устроим жертвоприношение для удовлетворения холма Говардхана. Для этого приготовим побольше разных блюд. От сладкого риса до овощных супов. Нужно сделать много пирогов. И печеных, и жареных. Также в этом жертвоприношении следует использовать всевозможные молочные продукты. Хватит! Читайте другую главу! Хорошо, хорошо. Не надо так нервничать. Другую. Хорошо. Итак. Глава называется «Кришна благословляет жен Брамана». Жены Брамана только и мечтали о том, как бы увидеть Кришну. Лишь только они узнали, что Кришна где-то неподалеку, они поспешили навстречу своему возлюбленному, захватив с собой большие горшки с четырьмя видами. Аромат богатый, разнообразный вкусами пищи. Чипани, сандеш, расагул, халал, ладу. Хватит! Читайте другую главу! Хорошо.
Раду! Держите себя в руках! Давай, держите себя в руках! Давай. Хорошо, в другую, так другую. Итак, глава другая. Называется «Кришна проглатывает лесной пожар». Все! Хватит! Хватит! Я так больше не могу! Я так больше не могу! Что? Это край! Что? Это край! Это не Алтайский край! Остановите его! Остановите этого! Спасайте его! Спасайте! Дайте ему кожурку подержать, легче будет. Пост уже закончился, как полчаса назад. Вас на кухне там ждут рис, чапати, дал, джамбу и гулаб джамбу. Преданные! Да вы что? Ты куда? У нас же намахата, ну вы что? Но в конце намахаты, надо же всем поклониться, как положено, вот это. Банча Калхашча, Крипас. Ну, преданный, ну. Ну да ты... нет, он так нравится! У него писа поздравить! Thank you.
Перерыв 15 минут, и затем Гаура Арати. А у нас во время Гаура Арати преданные будет Джулан Ядра, можно будет подойти и покачать радость Кришны на качельках.